Всем привет! В этом видео я хочу рассказать про то, как делается деревянный примус. Деревянный примус – это такое приспособление, которое можно изготовить из сухого пенька любой породы дерева для очень экономичного расхода. Ну, то есть в тех моментах, допустим, где ограничено количество дров, там, да, или их вообще нету. То есть можно вот такой взять пенек и на нем достаточно продолжительное время готовить еду. Ну, в дальнейшем я покажу, как это работает. Вот. А теперь поэтапно, как же его сделать. Вот. Ну, начнем с того, то есть, чтобы сделать деревянный примус, нам нужно вот такое сухое бревно. В данном случае у нас сосна. Первое, что нужно сделать, это распилить его на 4 части. То есть у нас есть, значит, колун и обычный топорик. Вот, давай. То есть мой помощник Рустам будет помогать делать. Так, сейчас посмотрим, как Рустам умеет у нас колоть дрова. Вот. Молодец. Так. В принципе. Так, нет, надо все равно 4 части. Да. Да, забыл сказать. То есть нам нужно будет для изготовления. Помимо пенька, нам еще нужно будет. Проволока нужна будет. Ну, тоже посмотрите, для чего она нужна будет. Вот. Отлично. О, один дырка, 4 дырки. Далее, что мы делаем? Щепки эти нам пригодятся для растопки этого деревянного примуса. Поэтому их мы откладываем в сторонку. Держи топор. Все, задача колюна закончилась. Нам он больше не нужен. Теперь нам нужен будет маленький какой-то плотненький топор. Любой, в принципе, подойдет. Для того, чтобы выбрать середину из этого бревна. Большой не делай, то есть вот такого диаметра примерно. Много ты берешь? Да, вот так примерно. Еще можно было меньше, конечно. Ну ладно. Да, вот так примерно. Вкусно пахнет? Все, отлично. Середина выбрана. Теперь следующая задача. Нам нужно собрать обратно этот пенек. Так, где же какие у него детали? Так, это сюда. Это сюда. Да, вот так. Да? Схоже? Да. Нет, 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 вот эта вот часть. Ну, здесь было. А, да. Круглая. Да. Потом вот это сюда. Вот сюда. Все, дырка есть? Есть. Отлично. Держи. Держи сейчас. Проволока нужна нам. Снизу это прорезы сделай, чтобы воздух заходил. А мы ее поставим на этот. А, поставим. На что-нибудь, на камушки какие-нибудь. Или ты хочешь прям так? Вот, давай. Да, чтобы в этот воздух. А ты вот здесь хочешь проделать? Сверху чуть-чуть. Ну давай. Конечно. Давай, без камушков, чтобы было, потому что у нас достаточно устойчиво, и так будет устойчивее. Ты так делал, да? Я на камушке обычно стоял. Ну да, это тоже так, в принципе, рабочий вариант. Если у вас нет проволоки, у нас есть проволока, мы специально ее взяли, чтобы было удобнее. То есть мы будем собирать обратно это бревно на проволоку. Но если у вас нету, можно в принципе использовать и какую-нибудь веревку. Просто у нас горит со временем, поэтому лучше, чтобы это была проволока. То есть тут какой-то сверхнагрузки нету, главное, чтобы он не развалился. Пенек наш.
Просто так ставишь, у меня тяга наверх идет сразу. На дурацком месте неровно поставил. Нормально, кстати. Нормально? Нормально. Теперь начинаем подкладывать наш деревянный грунт, как в самовар, дровишки. Дрова очень сухие, поэтому разгораются хорошо. Все, то есть маленькие разгорелись. Можно кидать те, что побольше. Блин, ну так пахнет круто. Это вообще просто непередаваемое, да. Непередаваемое просто. Все. Разгорелся. То есть капитально он разгорается. Мы его зажгли. То есть по опыту он горит несколько часов. Вот. Все, он разгорелся. Горит отлично. Теперь давайте поставим воду кипятиться и готовим чай. Все. Вот теперь другое дело. Пар идет. Ага. Не что? Да? Не показалось. Давай, прошло 12 минут, и наш котелок закипел. Сейчас мы заварим там чайку себе.